Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 6 апреля 2021 года. На улице плюс 10 градусов тепла. Весна. Хочу вам показать войлочную вишню, которую размножала я делением куста. Вот это вот у меня вишня 20 лет. Она уже погибает. Я хотела ее тоже выкопать и разделить, но решила сделать по-другому. Я ее буду омолаживать. Потом я вам покажу, как. Жалко. Вот здесь у меня, где сидит яблоня, сидела войлочная. На это место я посадила яблоночку. Белый налив. Может, кому интересно, найдете видео, как я занималась делением куста. Но это я вот снимаю видео по заказу. Было у меня 4 куста. Один я посадила на это же самое место, где сидела у меня войлочная. Потом вот здесь у меня сидел кустик. И 2 кустика сидела здесь. Вот он, кустик войлочная. И вот где у меня сейчас сидит яблоночка из косточки выращенная. Вот у меня вишенка растет. Ей уже получается 2-3 год. Вишни были же сразу же на следующую весну, потому что она выращенная, как говорится, побеги те же самые, только отделились от куста. Вот он был стволик. Я его обрезала, замазала водоэмульсионной краской, чтобы оно не гнило, и чтобы она разрасталась кустом. Не деревом, как обычно я люблю выращивать, а пусть растет кустиком. Остальные я поделилась, отдала, потому что войлочная вишня очень-очень вкусная, это раз, и очень капризная. За ней уход нужен особый. И нужно весной не упустить момент, облить содой. Если не обольешь, обязательно листочки на ней загорят. Не знаю, что за болезнь, но обливать нужно. Вот чуть-чуть потеплеет, в конце апреля я буду делать слабый содовый раствор и обливать вот эту вишенку. Вот такая она у нас получилась с делением куста. Ну, а те я выкопала и отдала близким, своей маме дала. И близким, короче. Короче, близким дала. Себе оставила один кустик, так как у меня вот она была большая, шикарная. Но в прошлом году она у меня почему-то резко загорела мгновенно. Что-то не понравилось она небесам, и небеса ли решили ее зажечь. А так все время она у меня была красавица, густо росла. Ну вот я ее буду обрезать и оставлю снизу, чтобы она обрастала кустиком. Может быть, получится что-нибудь, какой-нибудь побег от нее там откопать. Я ее посажу. Но еще я хочу нарезать веточек, посадить в это, в стакан поставить или в банку какую-нибудь. Может быть, пустит корни, но это лишь только будет мой просто эксперимент. Перед тем, как обрезать, я нарежу веточек много и посмотрю. Может быть, шутка шуткой, да что-то и корешочки какие-то и появятся в этой лозе от вишни. Вот я вам показала, мои дорогие друзья. Но если мне не получится, не обрастет она и не вернется в первоначальный вид, как говорится, какая была в 18-19 году красавица, тогда я ее выкопаю, разделю и снова буду рассаживать делением куста. Вот здесь мы, не знаю, будем в этом году что-то сажать или не будем, но поедем в середине апреля покупать деревья, вишни, ой, не вишни, а это яблони, груши, и будем здесь на этом вот месте сажать. Может быть, заброшу. Сейчас двоякое у меня мнение. И хочется, и колется. Но после перенесенного коронавируса очень большая слабость. Ну вот, мои дорогие друзья, я вам показала свою вишенку. Покажу потом, как она будет цвести. Как говорится, больше к ней ножницы, секатор не прикоснется. Все-таки, когда обрезаешь войлочную, я заметила, подрезаешь, обрезаешь, она капризная.
такая вот вишенка, она начинает болеть. Поэтому этот кустик я единственно срезала макушку, и больше я ее обрезать не буду. Пусть растет такая, какая вырастет. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, вам буду очень рада. До свидания, до новых встреч, пока.